Ну, холодильник заработал, он сразу такой раз насторожился. И вот как он залез. Интересно. Он сначала на холодильник, наверное, запрыгнул. Да, видишь, на холодильнике все надо освободить. На холодильник, да? Из холодильника на шкаф. Надо все освободить, чтобы он мог прыгать. Же тоже такой же чего-то желает. Не только же мы. Это мы только любим, чтобы нам хорошо было, а животным нет. Ну что же? Ну и будет вот так на шкафу сидеть. Он на это на рысь похоже. Сиди, где хочет. Не мешает никому. Сидит. Но он ест уже нормально. Это так, чуть-чуть. Да. Я прочитала, что это помимо место жительства хозяева, это самый большой стресс для кошки. Поэтому он так себя ведет. Стресс у него. У него ушки, как у рыси.